Раскрыто вероятное имя пропавшего в Афганистане 30 лет назад советского летчика. Найденным живым советским летчиком, пропавшим без вести во время войны в Афганистане, предположительно, оказался старший лейтенант Сергей Пантелюк, сообщает «Коммерсант». По данным газеты, это единственный военнослужащий ВВС, который значится в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год, о чем упомянул ранее собеседник РИА Новости, не раскрыв имени из-за требований конфиденциальности. Известно, что он родился в 1962 году. Предположительно, летчик жил в городе Батайск Ростовской области. В Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС. Его Су-17 вылетел с аэродрома Баграм и пропал с радаров 27 октября 1987 года. Считалось, что он был сбит из ПЗРК в 180 километрах северо-восточнее Баграма в афганской провинции Парван. Имя Сергея Пантелюка с подписью «Пропал без вести» также указано на мемориальной доске выпускников школы Зернограда номер 2, погибших при исполнении интернационального долга. По словам собеседника газеты, у летчика остались 80-летняя мать и сестра. По другим данным, речь идет о советском летчике Александре Миронове. Такое имя назвал источник ТАСС в Международном благотворительном фонде ветеранов «Боевое братство». Он сообщил, что данные о найденном военнослужащем, сбитом в Афганистане в 1987 году, были переданы России представителями США в рамках работы Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Ранее 1 июня глава Союза десантников России Валерий Востротин рассказал, что найден живым советский летчик, считавшийся пропавшим без вести. Предположительно, его нашли в Пакистане, именно там находились все лагеря для советских военнопленных. Военное противостояние между правительственными войсками и маджахедами началось в Афганистане в 1973 году. В декабре 1979 руководство СССР приняло решение ввести войска на территорию страны. Спустя 10 лет все советские солдаты покинули Афганистан. Там погибло около 14,5 тысячи граждан Советского Союза. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, предыстория, раскрыто вероятное местонахождение сбитого во время афганской войны личика перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.